Всем здравствуйте. Я программу эту назвал «Разговор с дочерью, у которой четверо детей». То есть, заметно предполагая, что это будет разговор отца, который не все понимает в тех или иных мыслях, поступках, но абсолютно благодарственно, благословительно принимает и с удивлением наблюдает. Конфликт между поколениями, он, конечно, очень условный, потому что всегда должно хватать мудрости понимать, что все последующие поколения, они лучше, больше, ближе к эволюционным каким-то программам, чем предыдущие. Ну что делать? Так эволюция устроена. Дети наши всегда лучше нас. И это независимо от того, что мы по этому поводу думаем. У меня возникла потребность записать эту программу, потому что я не успеваю в разговоре со своей дочерью, взрослой дочерью, которая сейчас получает второе образование, высшее, ну, с дочерью, которая носит мою фамилию, она Симонова, и это безумно интересно, потому что, ну, в этом есть какая-то провокация для меня. Для меня. В чем гениальность? Любая. Какое самовыражение гения вызывает слезы восторга и сопричастия? Возможно, гений тот, кто способен вернуть человеку естественность искренности. Это как любовь, как чудо танца себе рассвета, как сногсшибательная перспектива гармонии и счастья. Это я буду читать несколько своих записей из книги Симона Манн. Ну, хоть как-то, чтобы войти в эту программу. Это очень непросто говорить о детях. Если ты начнешь высказывать свои претензии, ну, будешь идиотом. Какие претензии, когда они плоть от плоти продолжают тебя? Причем на таких тонких планах, которые ты даже и не знаешь. Я вообще убежден, что человек, он как бы рождается идеальным, а потом его идеальность формируется, развивается в зависимости от семьи, от обстановки, от того, как относится папа к маме, относится, как мама относится к папе. Ну, много факторов очень, но семья очень существенный фактор, определяющий будущее детей. Так как можно, какие претензии можно предъявить? Когда, во-первых, каждый ребенок, он самостоятелен, когда он имеет полную необходимость реализовывать свою гениальность, заложенную с рождения, и когда ты сам, в общем-то, и определил все его процессы адаптации к этому миру. Симона Манн. «Меня не празднует судьба. И перегоны, и пороги, и напряжение, и борьба, ее провокации на в Боге. Судьбы коррекция на смысл, взрывом границ и трон известных, и тяжестями без коромысл и без комплиментов лестных. Так и иду судьбой ведомой, счастливым парусом в ураган, сейчасной будущностью, вечно новой». Симона Манн. У меня с моей дочерью связано очень много точек, фиксирующие те или иные этапы. Ну, во-первых, когда моя дочь родилась, давай я буду прямо обращаться к тебе, родная. Когда ты родилась, твоему старшему брату уже было 10 лет. Но я так мечтал о девочке, просто каким-то, ну, необыкновенным образом я хотел, чтобы у меня была дочь. Не просто все складывалось уже с твоей мамой, но тем не менее, когда ты родилась, перед рождением я абсолютно четко знал твое имя. Ты должна была быть Машей, вот Мария. Но когда ты родилась, старший сын сказал: «Аня,
И поэтому ты носишь такое удивительное имя – Анна. Я имел возможность, не имел возможность наблюдать, как родился сын, потому что когда он рождался в Киеве, я уже был на севере, служил, я получил назначение, и я увидел своего сына только следующей зимой. А вот ты рождалась на моих глазах. И отличие тебя в поведении от всего того, что я себе представлял, и то, что я уже знал, даже познакомившись с сыном где-то в 5-7 месяцев, это кардинально отличалось. Координально. Я помню, ты могла кричать очень долго, но стоило мне прийти и взять тебя на руки, ты вот ложила сюда свою головку и моментально засыпала. Ну, конечно, твоя мама говорила, что это просто она устала кричать, и поэтому... Нет, это был удивительный синтез меня с моей идеальной женщиной, которую ты для меня и представляла. Это была первая точка, когда я заинтересовался женщиной как таковой, ее особенностями. С этого момента я стал изучать, исследовать, познавать. И многое чего мне открылось. В необыкновенности женщины, в необыкновенности ее реализации, в необыкновенности ее предназначенности. Но начало было связано с тобой. Может, ты для этого и родилась, чтобы обозначить мой контрапункт познания мира. Женщина и женское начало. Потом я помню пятый класс. Вот помню пятый класс, что я пришел к тебе в школу, и я собрал тех ребят, которые захотели встретиться со мной, и мы говорили о чем-то совершенно необыкновенном. И я был потрясен тому, как многие из твоих вот одноклассников, и ты тоже, спокойно рассказывали мне о каких-то потусторонних явлениях, о каких-то мирах, которые как бы представлялись вам, о каких-то пространствах совершенно неземных. И я был потрясен тому, как легко в этом всем вот ты и твои одноклассники, пятый класс, ориентировались. Это следующий был поинт, следующая точка. Потом точка, связанная с поступлением с тобой в университет. Это, конечно, была эпопея еще та. Мама была категорически против отпускать тебя в Москву. А ты, вернувшись из Санкт-Петербурга, ты туда поехала. Первый раз в Россию ты поехала, ну, не считая Краснодар, куда ты ездила к бабушке. Ты первый раз поехала в туристическую поездку, и ты вернулась и сказала: я хочу учиться в России. Это был, конечно, такой момент немножко шоковый, потому что в Санкт-Петербурге не на кого было опереться. И тогда мы решили, что ты будешь поступать в Москве, ну и насколько возможно. На тот период уже в Киеве русская литература не изучалась. А ты решила поступать ни много ни мало на факультет журналистики в Московский университет. Трудно было себе представить те трудности, с которыми ты столкнулась, потому что за полгода нужно было практически подготовить себя к вступительным экзаменам. Но ты совершила практически подвиг, ты поступила, и это было благодаря только твоим усилиям, потому что что я мог обеспечить? Но обеспечить тебе проживание, там снимали квартиру. Ну, там на курсы ты пошла, но курсы они не были платными. Ну, перевели тебя в гимназию литературную в Москве. Но ты поступила. И на 50-летие я приехал в Москву, и я увидел тебя, и я тебя не узнал. Это далось тебе очень трудно. Но я увидел свою дочь другими глазами. Я увидел необыкновенного человека, способного реализовывать то, что она себе как бы запрограммировала. Ну и твой красный диплом университета, он как раз и характеризовал все твои усилия. Я еще помню, как однажды я приехал в университет, ты мне устроила встречу со студентами, и я, по-моему, даже с гитарой был,
или что-то рассказывал, я не помню, как это происходило, но ваш главный босс и идеолог факультета Заславский, он как бы незримо витал везде, я даже с ним встречался, когда ты поступал, удивительно был человек. Он действительно породил целую плеяду настоящих журналистов российских. Ну и потом я с тобой еще попал на стажировку твою на радио «Москва». И там еще тогда Ганопольский вел какую-то программу, и я присутствовал в студии и видел, как вот он с вами общался очень уважительно. Это для меня следующая была точка знакомства с дочкой. А потом, конечно, удивительный совершенно этап. Удивительный этап, необъяснимый, непонятный, мне он до сих пор непонятный, связанный с ромашками, когда ты практически уехал из цивилизации. Рождение твоих необыкновенных мальчишек, сложности, громадные сложности, когда я тебя как потерял, а, наверное, ты меня тоже потерял на тот период. Это было непонимание тотальное и абсолютное. Но сейчас, когда ты в Санкт-Петербурге, когда ты совершила материнский подвиг, вырвавшись из Киева с тремя детьми, как ни странно, меня это потрясло, но не удивило. Потому что я уже знал, что ты можешь все, что захочешь. И сейчас, когда ты готовишься освоить новую ступень своей жизни, что я могу сказать? Что я могу тебе сказать? Могу с тобою помолиться. Пусть только лучшее случится, дневнее день, ночнее ночь. Чем я могу тебе помочь? Боги не плачут. Плачем мы, когда становимся богами. Когда распятие Бога нами проявляет мечты. Когда мы, постигая вечность, сжигаем прошлое сейчас. Когда расцвечиваем млечность в нас, когда в боли и радости, растворяясь в музыке сфер, принимаешь горечь сладости божественных себя премьер. Все проблемы, которые имеет женщина в твоем возрасте, это проблемы ее становления женщиной. Не факт, что женщиной девочка становится в первую брачную ночь. Нет, не факт, это физика. Познание себя женщины требует подвига, искренности, подвига вдохновения и подвига вечной влюбленности в жизнь. Без этого женщина случиться не может. Я мало что могу тебе посоветовать. Ну, конечно же, я пытаюсь. Но ты не слушаешь. И, наверное, правильно делаешь. Потому что ты больше адаптирована к этой реальности, чем я. И твои дети еще больше адаптированы к реальности, чем даже ты. И вот эта связь времен и поколений – удивительное явление в жизнедеятельности на нашей планете Земля. Да, мы все едины, все человечество, не только отцы со своими детьми, матери со своими детьми, все человечество едино. Да, мы подчиняемся в реализации своим эгрегорам, своих стран. Ты родилась в Киеве, значит, в какой-то степени. Ты действительно ведешься и ведет тебя эгрегор Украины. Это не совсем полная как бы идентичность к социальным
аспектом жизни страны, но тем не менее. Я вот хотел в этой программе поговорить о каких-то, ну, глобальных, общих тенденциях развития. Я не знаю, будешь ли ты смотреть эту программу, не станет ли она для тебя скучной, потому что действительно, ну, пока у человека нет вопроса, он не будет никого слушать. У тебя сейчас такой удивительный период, когда вопросы тебе вредны. Очень важно сейчас тебе пользоваться своими ответами. Ответами, которые уже являются следствием твоего опыта, ответами, которые являются следствием твоего прозрения, ответами, которые позволяют тебе, ну вот, реализовывать себя. При всех обстоятельствах отношений с детьми, при всех обстоятельствах отношений с мамой, там, с братом, отношений со мной, при всех обстоятельствах очень важно пользоваться своими собственными ответами. И я здесь как-то настолько потрясен твоей способностью вот ориентации, приближающей твою адаптацию к тебе самой, ну, 100%, 100%. Ты настолько цельный человек, что я тобой не могу не восхищаться. Я еще раз говорю, я не все понимаю. Я не во всем как бы так же думаю. Но то, что моя благословительность с тобой всегда, в этом ты можешь не сомневаться. Потому что ты для меня вот идеал женщины. Вот ты родилась такой. При всех сложностях, при всех трудностях, которые ты получила благодаря своему жизненному пути, при всем том, что ты сейчас осваиваешь, имеешь, реализуешь, при всем том, ты продолжаешь оставаться для меня идеалом. И это для меня сверхзадача. Видеть этот идеал, принимать этот идеал и пытаться, ну, как бы элементарно хотя бы разобраться с этим идеалом. Ибо в твоей творческой самореализации и моя творческая самореализация, твоего отца, до и после, человек стал представляться проявленной, то есть видимой, до чувствования субстанции раздельного «я» и «я». Скафандр, величаемый телом, и вечность, временно заключенная в границе временного дома, формируемого гравитацией. Скафандр функционирует в автоматическом режиме. Со временем изнащивается дырянно. Это мы вырежем. Это мы вырежем. Прозрачность – это качество сознания, при котором невозможно определение процесса. Творчество в этом случае характеризуется прозрением. Если проще, то это качество уникальной гармонии формы содержания, при которой интегрирование и дифференцирование ежемгновенно неразличимы. Чехов говорил, что каждый должен по капле выдавливать из себя раба, и это верно, но только на начальной стадии развития. В конечном итоге рост сознания заключается в том, чтобы выдавить из себя разность между формой и содержанием. Ибо только обретая гармонию, единство миротворчества, миросозидания и миропрозрения, возможно соприкосновение растворением с пространством любви, которое Бог. Только в этом случае случается человек. В мире отмечается необыкновенное количество рождающихся талантливых, неординарных детей. Они развиваются не так, как родители в детстве, рано чувствуют предназначение, легко реализуют свою гениальность, будь то языки или запоминания неимоверного количества книг, или необычные танцы в собственной постановке, или другие способности, рано проявляемые. Дети при этом остаются детьми, непосредственными и веселыми. Ну и что ж, время такое, когда при зачатии дух
синтезируется несколькими личностными достижениями из предыдущих воплощений. Так эволюционирует человечество, так вершится работа существования по росту сознания. Новым детям предстоит освобождение от рабства государства и денег вместе с утверждением направления развития на рост значимости творческой самореализации. В ближайшее время количество населения на планете стабилизируется, а затем начнет убывать в результате синтеза индивидуальных достижений во время предыдущих воплощений. Не ждешь, но сотворилось, идешь, но в никуда, и ищешь, что открылось, как супердалекая звезда. Не просто неопределенность, но предназначенность и честь. Благословительная сложность жизнетворительного есть. Всегда во всем, как первозданность, танцы рассветного сейчас, как вечно новая тональность нас. Играй, танцуй прозрачнее, распахиваясь наугад, на интуиции светлее, выпахтывая прекрасный сад. Я хотел в этой программе успеть рассказать что-то то, чего я не успеваю тебе сказать, когда мы с тобой общаемся. К сожалению, я в Америке, ты в Санкт-Петербурге. То есть у нас действительно большой разрыв во времени и пространстве. Твоих мальчишек я практически не знаю. Да и они меня тоже, наверное, не сильно. Как бы... чувствуют. Но мое упоительное единство с тобой доставляет мне глубинное наслаждение общаться, разговаривать, принимать, не принимать. Ну, сейчас меньше всего спорить, потому что ты обрела тот статус женщины, когда ты не можешь ошибаться, когда ты всегда права. И если я иногда пытаюсь возражать или там что-то тебе говорить, то только лишь по инерции своей мужской самости. Ты чудо, родная. Ты мое любимое чудо. Чудо, наблюдая которое, я абсолютно верую в перспективу, в гармонии этой жизни, в феноменальные совершенно непременно возможности человека. Я пытался в этой программе что-то сказать очень важное. Ну, похоже, даже не знаю, что говорить. Не ждешь, но сотворилось. Ага, это я уже прочитал. Женщина – это черная дыра, трансформирующая собственную невежественную тьму в свет, в объективный свет, где Бог и любовь сливаются в ярком празднике разноцветия вселенского единства. Ну что я еще могу добавить? Я тебя люблю, любимая моя дочь. Все, кто посмотрели эту программу, всего самого-самого наилучшего. В приложении я дам ссылку на свои книги. Всего самого наилучшего. Успехов.